Привет, Джерси. Блин, я сейчас еще чуть-чуть людей наберется, я просто не вижу, сколько вас. У меня чат еще не показывает количество людей. Вот, увижу, когда вас будет много, расскажу вам о турнире, больше мероприятий. Это было смешно, честно. Мы просто ходили и выдавали шутки по поводу того, как это все устроено. Что, к чему, куда идти. О, уже потиху начинается. Нормично. Ну, отлично. Так, сейчас мы это, короче, в чате. Наша группа. Опа. Смотрите, вот у нас даже в группе уже почти 160 человек. Здорово. Так, ясненько. Вот. Давайте, короче, решать, пока нас не особо много, с чего, во что мы будем играть, собственно, вот. Вот что будем решать. Можем начать полку, можем КС, мы будем... А, привет, флешка. Мы будем недолго играть в эти игры, потому что потом мы начнем мафию. Я уже так привыкла по вечерам слушать, короче, игры от других незнакомых мне людей. Или знакомых уже, в конце концов, которые не выдержали, у них горит вулкан и вообще понеслась. А, привет, Помгок. Неправильно твой ник пришло? Раньше не видела тебя здесь. Давай знакомиться. Гоу КС. Ну какой выбор, я уже сказала. Лол, КС. А еще мы можем поиграть, короче, в игры, которые я нашла в интернете. Это, блин, я лазила. Такая, короче, штука, вы ничего не подумайте. Я просто что-то там занималась. Ага, смотрела сериал, вот. Ну и выскочила, как я думаю, всем выскакивает везде реклама с игрой, где написано, типа, раздеть или освободить. Ну и там такая сексуальная девушка какая-нибудь прикованная, да? Вот. Ну и я такая, типа, ну чё, мне всегда было интересно вообще, что он мне выдаст. И тут я, короче, не выдержала, решила нажать, проверить. Ну я такая нажимаю, короче, раздеть ее и
И знаете что? Меня перекидывает, значит, на такой сайт, который начинает, ну, похож сначала на какой-то порно-сайт. Да норм прочла. Месяц. Окей, хорошо, лол. Я просто книгу твою про белорусов шутила. Ну все, теперь я тебя точно запомню. Вот. Так, что там? Короче, порно-сайт, да, на котором сразу, просто вот сразу, типа, сайт может содержать слишком сексуальные сцены, если вам 18. Ну, я такая, ну да, мне уже давно 18, все нормально, брат. Короче, ты за меня не волнуйся, нажимаю дальше. И начинается какая-то обыкновенная, просто обыкновеннейшая игра без каких-то сиськастых полуголых теток, там, ну, то есть все вполне прилично, как в любых других игрушках. Сейчас так, привитос, Юлиос, нет, пожалуйста, не коверкай. Привет, Димониус, Юлиос, все понятно. Долго не сиди, не буду. Максимум до часу, это максимум, может даже раньше. Желаю тебе удачи, продвижения твоего твича, хороший стримишь, очень спасибо, девушка, большое спасибо тебе. No sign, надеюсь правильно. Вот, очень спасибо. Вот. Да, она и человек хороший, веселый. Благодарю. Приятно, хорошо вообще. А ты думала, мы честно так заманиваем игроков игры. Ну, короче, я так, ну, не то чтобы я прям, ну, очень сильно огорчилась, но огорчилась. Я думала, там будет какая-нибудь комната, я буду делать со всякими тянками все, что мне в голову придет. Ну, или хотя бы раздеть, освободить. Короче. Это вообще другое. Наебалово, не верьте им. Так вот. Я пока услышала только одно пожелание того, что мы будем играть, поэтому все еще жду. Ребята, у нас LOL, CS, вот эти вот игрушечки, приложения с контакта, они прикольные. Блин, я раньше в них особо не играла. А завтра увидимся. Хорошо, до завтра. Ребята, у меня завтра день рождения, поэтому я зайду часов 8-9. Вот, мы будем праздновать, я буду не дома. А потом я, короче, я специально все это пораньше сделала, а не как обычно вечером, чтобы приехать домой и успеть к вам и с вами еще потусить. Вот, поэтому обязательно, просто обязательно. Завтра, я думаю, это будет лучше день. Я хочу, чтобы это был просто лучший стрим. Очень надеюсь, что будет много зрителей. Блин, ну очень хочется просто, как вот, ну, подарок такой, что ли. Поэтому приходите, пожалуйста. Короче, ясно, ты хотела игру с большими сиськами. Нет, не хотела игру с большими сиськами, я хотела правду. Я нажимаю на раздеть девочку, мне должна быть девочка, которую я раздену. Вот что я хотела. Go смотреть дурацкие видосы.